Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсе 12. Первые официальные претензии к дорожникам и первая реакция на них от городской администрации. После ночного рейда на улицу Мельничной, где в данный момент продолжается ремонт дороги, сторонам было что сказать друг другу. На Мельничной дорожники укладывали выравнивающий слой асфальта. Дальше будут делать еще один защитный слой. Что важно, практически сразу после укладки по свежему асфальту начали движение большегрузы, сразу создавая колейность, заметили общественники. Начальник управления благоустройства и транспорта Вячеслав Симаков заверил, такого больше не повторится. Мы планируем, уже сейчас пригласили ГИБДД, чтобы они оказали содействие. Конечно, в дальнейшем мы все-таки будем перекрывать те части улиц, где будет проводиться такой ремонт. Общественники утверждают, что и вопрос с дополнительными работами подрядчика отныне должен быть решен. Речь о том, как прошел ремонт улицы Ленина накануне. Чтобы повернуть на второстепенную дорогу, машины практически скребут днищем об асфальт. Между новым и старым слоем разница по высоте по 10, а где-то и 20 сантиметров. Нам было дано обещание, мы, в общем, оперативно эту информацию подняли. Было дано обещание, что на остальных участках дорог и на этом, в том числе впоследствии, будут предусмотрены работы по обустройству съездов. То есть им кажется, что они делают действительно хорошее дело, и это так. Они делают дорогу, но при этом комфорт пользования ей иногда в том числе страдает. Сезон выездов на объекты дорожных ремонтов у общественников официально открыт. Члены рабочей группы приглашают всех желающих помочь в контроле. Вся необходимая информация есть на сайте палаты. Кстати, там же в данный момент можно наглядно увидеть, какие участки дорог еще пока готовятся к ремонтам, ремонтируются или уже отремонтированы. Там же есть суммы контрактов, подрядные организации и гарантийные сроки. Скоро объемы информации там резко увеличатся. Городская администрация уже подготовила все необходимые документы для проведения новых аукционов по ремонтам на общую сумму почти в 300 миллионов рублей.